У нас сегодня очень приятное событие. Мы видим монтаж нового современного оборудования. В Балаковской городской клинической больнице уже вторую неделю проходит монтаж магнитно-резонансного томографа. Событие и впрямь приятное и важное не только для учреждения, но и для балаковцев, которым раньше приходилось проводить этот вид обследования платно. Ведь до сего момента аппараты МРТ были только в частных клиниках. Мы будем выполнять исследования так же, как и на других аппаратах, в круглосуточном режиме. Всем пациентам, нуждающимся в данном виде обследования, то есть не нужно никуда будет ехать. Мы сможем смотреть, в принципе, все органы и системы, начиная от головы и заканчивая коленками, пятками. Для того, чтобы установить это оборудование, пришлось сделать перепланировку помещений, ведь для его функционирования необходимы 3 смежные комнаты. Объемные элементы МРТ заносили в кабинет через проем в стене, а затем специалисты начали монтировать комнату в комнате, отделывая все поверхности металлическими пластинами. В одной комнате электронное сердце МРТ, щитовая и система вентиляции, в другой – сам аппарат, а третье помещение – кабинет врача, который будет проводить исследования. Заведующая рентгенологическим отделением Ирина Цвилева уверена, что новое оборудование поможет более качественно оказывать помощь пациентам. Физической основой является магнитный резонанс, то есть в него нет источника ионизирующего излучения, и пациент у нас не облучается. Но это несет за собой ряд ограничений, то есть мы не сможем смотреть пациентов с кардиостимулятором, потому что магнит нарушает его работу. Мы не сможем смотреть пациентов с металлическими конструкциями, которые магнитные, потому что магнит очень большой силы и вызовет миграцию металлической конструкции. И там будут некоторые ограничения по весу. Процедура длится около 40 минут, и не каждый взрослый сможет пролежать такое время неподвижно, что уж о детях говорить. Но когда установка диагноза требует такого обследования, то выход есть. Для того, чтобы сделать МРТ, допустим, достаточно маленькому ребенку, нужно было ехать в областную детскую больницу. Теперь мы все это сможем делать у себя на своей базе, потому что у нас есть и квалифицированные анестезиологи-реаниматологи, и для этого есть технический кабинет, оснащен для этого технический. Такое важное оборудование Балаковская больница получила в рамках национального проекта по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Уже в рамках этой программы мы получали компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты ИВЛ. На следующий год будет установлен ангиограф. И это все позволит нам выполнять высокотехнологичные методы обследования и лечения больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи говорят, МРТ не заменяет, а дополняет обследование на компьютерном томографе. И когда два этих метода работают в связке, то результаты лечения пациентов будут гораздо выше.